Машинист шихтоподачи доменной печи номер 6 Сердар Якунин, возглавляющий первичную профсоюзную организацию в 4-й бригаде доменного цеха, вышел в финал областного этапа конкурса «Лучший профгруппорг Горно-металлургического профсоюза России». О профсоюзном лидере доменного цеха рассказывает Юлия Никифорова. Сердар Якунин пришел работать в доменный цех в 2007 году и сразу же активно включился в общественную жизнь коллектива. Когда 4 года назад встал вопрос о выборе профсоюзного лидера в 4-й бригаде, доменщики выбрали именно его. Так Сердар Якунин стал профгруппоргом. Работа эта ему по душе. Это, во-первых, сплочение коллектива, то есть помощь дружеского плеча. Такие вещи, которые, ну, не могу оставаться равнодушным. Если кому-то чего-то где-то надо помочь. В 4-й бригаде 6-й доменной печи трудится около 100 человек. Все специалисты самых горячих металлургических профессий. Горновые, газовщики, бункеровщики. Объединяет их не только очень тяжелая работа, но и хорошие дружные коллективные взаимоотношения. По-другому в горячих цехах не сработаешься. Кстати, в доменном цехе даже проводятся кубки по футболу и боулингу между бригадами. Своего профсоюзного лидера здесь ценят. Профсоюз работает у нас, я сказал бы, на отлично. Сердар, он борется, бегает, добивается всего, чтобы мы... Что мы просим, то он спецодежду, выезды нам организовывает. Вот выезд скоро, 9 числа мы выезжаем бригадой отдыхать на Банное, на ГЛЦ. Так что он у нас, Сердар у нас вообще отличник. В этом деле он молодец у нас. Сердар – это человек, который делает все возможное для своей бригады. То есть любые идеи, которые, предложения возникают у бригады, от нас со стороны правкома, он их полноценно старается выполнить, отработать. Поэтому у него в бригаде, в принципе, самые эффективные показатели на сегодняшний день по выездам, по организации каких-то мероприятий. Став участником конкурса «Лучший профгруппорг Горно-металлургического профсоюза России» и представив результаты и опыт работы в доменном цехе, Сердар Якунин вышел в финал областного этапа. Теперь ему предстоит участие в заключительном всероссийском этапе этого конкурса. Посмотрим, как вообще по России люди в профсоюзах живут, что делают. Может быть, что-то перейму у них, какие-то интересные моменты, как они решают свои проблемы, чего они добились, как... Тут и себя покажу, то есть, что мы тоже не стоим на месте. Ну, я так думаю, нам есть чем гордиться нашей работой. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.